возьмите наши земли, вот вы посмотрите, какие склоны. Конечно, на этих землях всегда не пшеницу надо сеять, потому что эти земли пригодны для виноградников. Здесь раньше были виноградники, вот до постановления, пьяного постановления Горбачева. На этих полях виноградники надо, должны расти, вот склон. Вы видите, что там пшеница, она полностью редкая и тому подобное. Вот там виноградник должен быть, солнечная сторона продувается и тому подобное, и так далее. И все хаят ту систему, которая была. А та система советская, она была очень правильная система. Потому что ориентировались и брали, имеется в виду, делали так, чтобы действительно культуры были, специализировались в хозяйство. По землям специализировали хозяйство. То ли это было, если овощеводческое направление, еще было молочное направление. Если многолетнее насаждение, значит, было еще что-то. Допустим, и кормопроизводство, если было, и тому подобное. Поэтому по этому пути надо идти. Это был, это более правильный путь. Вот. А у нас, возьмите, налоги на землю одинаковые. Что смытые полностью, имеется в виду эрозированные земли, налог на землю за 1 гектар заплатить, что орошаемая полевая, тоже 1 гектар. Это неправильно, потому что налоги должны взиматься по качеству земли. Если действительно орошаемая земля, там должно быть намного выше налог на землю. Если ровная, как аэродром, черноземы и тому подобное, есть же по баллам гектарам определяется, там должны быть эти налоги, те, потому что проще отказаться от этих земель, не обрабатывать. Вы понимаете, что такое отказаться? Это бурено будет расти. Когда эти земли, они пригодные, но они пригодные для многолетних насаждений. Здесь в основном были виноградники, и виноградники надо садить. Но для того, чтобы посадить виноградники, надо вложить очень много денег. Это на один гектар надо вложить до 1000 долларов или 1000 евро, чтобы год посадки. И планировали мы такую возможность, был инвестор. Но не получилось ничего с этим делом, в связи с тем, что опять есть очень много проблем. Не хотят, боятся вкладывать здесь деньги. Попробуй после, даже вырастить ту же продукцию, попробуй вывезти ее.